Четвертый сезон «Фактор Бай» продолжается. Мы ищем таланты, ищем тот самый заветный фактор, ведь... «Фактор Бай» — это одно из самых крутых шоу в сфере, наверное, телевидения. В принципе, и не только в Беларуси, я вообще считаю, что и в России, и на постсоветском пространстве. Теперь это не только самое масштабное шоу в Беларуси, но и довольно востребованный проект среди зарубежных стран. Buenos días, amigo. Buenos días. Hablas un poquito español? Нет, это единственное, что я знаю. Меня зовут Дарвин Вальдивьесо. Я родом из очень далекой страны под названием Эквадор. Меня зовут Мухаммад. Я из Ливана. What's your name? My name is Нихарика Ша. Where are you from? I'm from India. Меня зовут Вахтанг Гелашвили, мне 38 лет. Приехал я из Москвы, родом из Ленинграда, корни грузинские. Приезжают не только с целью блеснуть талантом, но и страну посмотреть. Откуда вы к нам приехали такая красивая? Я из прекрасной Сибири приехала, из города Красноярска. Что вам понравилось здесь у нас? Я люблю Беларусь, я очень люблю Минск, поэтому он сам меня манил-манил, и наконец-то я здесь. Потрясающая золотая осень меня встретила, даже осенью трудно назвать. А еще, так как вы к нам приехали именно из Сибири, вам вообще, наверное, здесь очень тепло. Очень хорошо, и хочется остаться, и, ну, по крайней мере, точно вернуться. Я очень надеюсь, что вы все-таки у нас останетесь надолго. Вдвойне приятно, когда гости возвращаются вновь и вновь в белорусскую столицу. Причем не только конкурсанты из соседних стран, но и те, кому предстоял чересчур долгий путь. Я прилетел к вам из Израиля. Солнечного, теплого, жаркого. Такой большой путь для того, чтобы выступить на нашем шоу? Да, этот путь составлял 9 часов. Как вам вообще у нас в Беларуси? Как вам наш проект? Что касается Беларуси, я здесь не первый раз. Мне всегда нравится сюда приезжать. Последний раз я был 11 лет назад. И впервые, как бы, да, но на факторе впервые. Мне по душе, как дома. Вот все как должно быть, все на своих местах, все как надо. Конечно, как надо. Белорусы – народ гостеприимный. Шуток про колбасу, которую просто обожают все судьи, больше не будет. По крайней мере, сегодня. А вот о блюдах национальной кухни поговорить стоит. Откуда ты приехала? Я приехала из Риги, из Латвии. Как тут дела? Хорошо. Что здесь понравилось? Люди. А еда? Я на диете. Зачем? Подожди, я на диете, но я попробую обязательно что? Драники. Драники. Но это же будет кошмар, если ты на диете и приехала в Беларусь. Тут столько еще всего интересного. Колдуны, мочанка с блинчиками. Я тоже умею раскладывать. Я тебе просто принесу список, наверное, всех белорусских блюд с описанием. Не надо список, ты мне их просто принеси. Обещала, кстати, не только накормить вкусно, но и природу показать. Оды белорусским лесам и озерам поют не только знаменитые белорусские письменники, но и гости, которые искренне рады быть здесь и вдохновляются синеокой. Я с города Ташкент, учусь в Минске уже год. Прошла акклиматизация, так сказать. Уже... Уже почти белорус. Да. Ну... Бульба в сердце. Есть какое-то любимое место? Может быть, в Минске или вообще в Беларуси? Везде хорошо тут. Везде деревья, леса, моря. Моря. Минское море. Все отлично тут. Мне нравится держать связь с природой, да. О, край родный, край прыгожий, милый кут моих дядов. Всю душу вложить именно в эти слова. Прочувствовать их каждой молекулой смогут лишь те, кто родился в Беларуси. Знает здесь каждый уголок. Когда я бывала на многочисленных международных конкурсах, ни одного раза у меня не было мысли остаться где-то. Меня всегда тянет домой, в Беларусь, в Минск. К нам приезжают очень много иностранных артистов. Мы пытаемся как-то подсказать, куда сходить, что посмотреть. Есть какие-то основные места, которые вам нравятся? Наверное, это проспект Независимости, по которому я каждый день еду на работу. Проспект Победителей, какой он сейчас стал замечательный, да. Парк Победы. Можно бесконечно перечислять эти прекрасные места нашей столицы. Вы бы были отличным экскурсоводом. Курсоводом, я вам так скажу. Пусть нам все завидуют, что мы минчане, мы белорусы. Не стоит завидовать, а по возможности приезжайте в гости. А пока через экраны наслаждайтесь продуктом Made in Belarus. Фактор Бай. Новый выпуск фантастического шоу уже в эту пятницу. 20:45 на Беларуси 1. Не пропусти.